Многие картины выполнены на основе лично пережитого и увиденного. В новой экспозиции можно увидеть ретро-работы, поднятые из хранилищ художественного музея. Это произведения фронтовых художников Ивана Черного, Виктора Глухова, Василия Бритова. Здесь же их портреты, своеобразный бессмертный полк. Они благополучно вернулись живыми и были как бы примером для нас и в творчестве. Они были ведущими художниками нашей организации. Они украшали город скульптурами, вот как Глухов Виктор Ильич, композициями из керамики, как Бритов и так далее. Двоскин был живописец, так что они внесли свой вклад в культуру города Сочи после войны. Смотреться же в лица участников войны сочинских героев предлагает Константин Тропицын. Каждый из них, Цхамаря Сюткин, лично позировал автору. День памяти всем, кто воевал за победу, отдали своими картинами сочинские художники Финогенов, Корчагин, Куманяев, Отрошко. Представлен здесь и солдат, читающий письмо из дома скульптора Акопа Халафяна. Гордость Союза художников и архитекторов – вот эти два проекта, реализованные ко Дню Победы. Мемориальный комплекс в селе Пластунка, авторов Прокатова, Виноградова и Звонова и композиция «Журавли», открывшиеся в парке имени Фрунзе. Все эти произведения, фотоматериалы, отмечают организаторы, признаны настроить зрителя на рассуждение о дорогах истории и людских судьбах, о прошлом, настоящем и будущем страны.